Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я вам покажу самый дорогой аккаунт самого богатого трейдера в Standoff 2. Ну что же, ребятки, это Пушкарь, Пушкарь, поздоровайся. Всем здорово, ребята. Просто, ребята, посмотрите на его скины. Братан, скидывай свой АВМТХ, скидывай свой Керамбит Голд. Ребят, это не мой АВМТХ, это его, посмотрите, какие крутые наклеечки. Очуметь не встать, вот я понимаю. Также Керамбит Голд, охренеть. Также, ребятки, Пушкарь нам поскидывал кучу крутых скинов. Просто посмотрите, это М40, М40 Монстр, я себе ее хотел купить, но она очень дорогая. Его аккаунт прям нереально дорогой. В конце видео мы скажем ее стоимость, и вы просто будете в шоке. Так, ну что же, это КР-12. Ну, скажем так, Пушкарь, ну что, не очень солиденько. Так, смотрим дальше. Это у нас АКР Трэшер Хантер статрек с четырьмя, мать его, голдскулами. Братан, расскажи мне, сколько у тебя вообще этих АКРов? Я в шоке. Ну, у меня этих АКРов вообще с голдскулами, у меня их два. А еще есть с обычными наклейками тоже два. Охренеть не встать. Просто, ребят, посмотрите. Братан, можешь вот прям сейчас дать маленький инсайдик, скажем так, твой аккаунт стоит дороже 2 миллионов или нет? Маленький инсайдик, чтобы зрители посмотрели до конца видео. Ну, я думаю, что побольше выйдет. О. Ну что же. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы с ним сыграем дуэль. И знаете, что самое интересное? Что проигравший подарит нож именно вам. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал и хэштег Кентуха тащи. Ну что же, поехали. 5 minutes later. Так, ребятки, для того, чтобы вы не писали, что это все постанова или еще что-то, я покупаю себе АВМТХ. Так, это мой АВМТХ, вы его все запомнили. А прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим на его АВМТХ, чтобы ни у кого не было ни единого сомнения. Я прямо в эту секунду бегу к нему на респу, то есть вы сами все видели, прямо сначала, прямо загрузочки. И вот он уже выкинул АВМТХ. Так, ну что, смотрим, то есть это его АВМТХ, это мой АВМТХ. Охренеть, ха-ха-ха. Блин, ребят, ну просто за это прожмите лайк. Так, теперь смотрим на его Керамбит Голд, чтобы не писали, что он читер. У него тоже есть Керамбит Голд, и еще помимо всего этого, он очень жесткий киберспортсмен. Короче, ребятки, пожелайте мне удачи, потому что мне немножко страшно, а мы начинаем. Ну что же, дамы и господа, мы начинаем. Я вам скажу только одно, я с ним общался до записи, он говорит, что он тир-2 игрок. Тир-2 игрок, понимаете? Короче, ребята, походу мне попа. Ну ладно, все, давайте, не измралимся, собрались. Я беру в первом раунде USP и надеюсь, что мне очень сильно повезет. По крайней мере, очень сильно хотелось бы. И просто, ребят, посмотрите на его игру, что он творит. Так, нормально, нормально, нормально. Я его накоцал, у него по-любому лоу хп. Давай, иди сюда, трейдер! Оу, шит! Голова, 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 голова. Я в шоке. Блин, ребята, я себя просто не знаю, просто на агрессии влетаю. И с локтя! Нормально, нормально, нормально. Просто хочу выиграть для себя, чтобы вы не писали, что я нуб. Так, давайте, раз, два, три. Он тут, он тут, он тут. Он тут, он тут, он тут. Все вы видели? Ну что, ребята, вешаем голову или нет? Как думаете? Чего? На Керамбит Голд посадил меня! Вот это, ребят, конечно, позор. Так, вы этого, если что, не видели. Все, ребят, я беру секретное оружие. Можно играть, ну, с любым оружием, мы договаривались. Просто, когда я снимаю видео, я не слышу шагов, вообще не слышно. Поэтому мне немножко тяжковато, но, ребятки, я собрался. И прямо сейчас я буду потеть. Все, поехали. Ой. Это было обидно! Так, ребят, ну что-то как-то, ну как-то не тот, 2-1, да? Кентуха проигрывает, ну ёханый бабай. И знаете что, мне обратно хватает бабла только на дробаш. Так, ну чё, давайте я возьму дигл, возможно в этот раз рандом мне повезет. Вот я всегда беру дигл, когда у меня вот такие ситуации, и он всегда мне помогает. Давай, дигл, я тебя очень сильно прошу. Нормально, 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 ну-ну-ну, он будет... Я же говорил! Я же говорил! Очуметь не встать. Вот прям в эту секунду влепите за это лайк, подпишитесь на мой канал. Я прямо сейчас играю против самого богатого трейдера, и у него самый дорогой аккаунт Standoff 2. Ну что же, ребятки, поехали. Счет 2-2, я считаю, по красоте играем. Что он, что я? Ну просто, ребят, ну батя в здании, 3-2. Ну не погано, не погано, не погано. Так, он пишет АВМ. Я пишу го. Так, ребятки, сейчас будем играть битву на АВМ-ТХ. Вы просто представьте, и у меня АВМ-ТХ, и у него АВМ-ТХ. Что же будет, я не знаю. Так, поехали, пацаны. Я знаю, скорее всего, буду тут. Давайте прифарим. Ты чё, Пушкарь? Остановите этого парня. Блин, мне не хватает АВМ. Я бы еще раз бы с ним сыграл АВМ. Я знал, что он там. Я просто, блин, в тупой пошел пушить. Это была моя ошибочка. Так, пацаны, что же мы с ним возьмем?
М16. Ну давайте, давайте, давайте. Сейчас мы пушкарю дадим по попе. Сейчас мы ему покажем, как это быть плохим мальчиком. Он тут, он тут, он тут. Он с ВМТХ. Он с ВМТХ, ребят. Мне полный попа. Чувак, отстань! 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 Мышка заела! Мышка заела! Фу. Я не верю, что я вообще кого-либо побеждаю. Он обратно взял ВМТХ? Так, а где он? Родной, давай, 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 иди сюда. Ну что, запушим его? Давайте, раз, два, три. За шаурму! Ну, короче, ему ГГ, не? Эх, братан, братан. О, а ВМТХ мы подберем. Теперь с АВМом буду играть лично я. Так, пацаны, счет 5-3, но тут прям по красоте. Поехали дальше, блин, посмотрите. Мне, честно говоря, очень нравятся вот эти вот быки. Я думаю, может быть, и мне на мой АВМТХ приветить их. Так, ну что, ребят, сейчас будет игра от киберспортсмена КНДПК. Поехали. Ну что, поехали. Попал. Изи. 6-3. 6-3. Изи каточка, ребят. Ну, а вы как думали? А вы как думали-то, а? А? Ой. Нифига себе. А где он вообще был? Я его даже не видел. Ох уж эти киберспортсмены. Блин, всякие свои киберспортивные штучки используют. Он на лонгу. Не, ну так-то, ребят, ну чувствуется то, что он явно киберспортсмен. Все, если и сейчас в МТХ не повезет, ну, это уже будет трындец. Так, ну что, дамы и господа, сейчас ходу. Ну, зум, опа! Тихонько, тихонько, тихонько. А, он там, он на респе, давайте его запушим, он еще охренеет. Правда, было бы логичнее пушить с дробашом. Ух! Все, мне жопа, не? Все, я понял. Ты напросился. Ты реально напросился! Все, ребята, режим киберспорта включен. Все, я говорю сразу. Все, больше никаких АВМТХ, забудьте, все. Режим киберспортсмена включен, я сказал, давай, пушкарь, все. Сейчас мы с тобой как мужики поговорим-то, да? А то ты думаешь, кем-то пока нуб, нуб, да ни хрена я не нуб, ребят. Киберспорт is my life, поехали. Ай-яй-яй, трындец, как так? Так хорошо начинал и так плохо закончил. Это фиаско. Смотрите, в начале кидаем хаешечку куда? Туда. Надеюсь, прям по нему попал. Так, надеюсь, попал. Пытаюсь прострелить. Делаю вид, что я ушел якобы на Б. А сам этим временем... Тише. Он хотел меня нож посадить. Он хотел меня посадить на нож. Из-за того, что я слишком много разговариваю, я его не слышал. Блин, пацаны. Это было очень жестко. Так, ну чё, поехали. 7-7. Прямо сейчас. Финальный, решающий раунд. Тихонько. Он тут. Давай! Оу, шит, 8-7! Я победил! Просто что-то нереальное. Очуметь, очуметь, пацаны. Влепитесь за это лайк, подпишитесь на мой канал и напишите мой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Ссылочка на канал Пушкаря есть в описании. Всем пока.